Блять, а куда идти? Я себя прям как этот Нео чувствую в матрице, просто вот дождик, блядь. И вокруг птица, блядь. Агенты Смита. Охереть. Какая шизофрения. Ой-ой-ой-ой. Блядь. Блять, и куда мне бежать? Пиздец. Ебануться, блять. Беги. Беги, блять. Сука. Кто куда, а я по съебам. Так, тихо. Да, блядь. Беги, беги. Ты сможешь. У тебя есть шанс. Да, блядь. Пропустить какую-то погоню. Нихера. Давай. Будем до последнего херачить. Я хочу дойти до того сарайчика. Что хер узнает, куда еще бежать. А куда вот бежать? Домой? В туалет еще можно. Фух. Ебань, срань господня, блядь. Да. Ежи изи на небесе. Я забыл просто, я не знаю, как молиться правильно. Боже, меня упаси ошибиться, конечно. Так это оружие не годится. Вот это самое то. Так а зачем мне лопата и почему я решил побежать туда? Копать не нужно где? И самое главное, кого? Кого копать-то? Кого закапывать? Надо было сначала прочитать молитву, потому что я использовал эту хрень. А какого хрена здесь это? А где птицы? Прикиньте, это блядская, это блядский жук.
Я аж охерел немножко. Короче, этот блядский жук спрятал мои вещи. А дождь стал еще хлеще. Давайте-ка уберем вот эту херню с графикой. Оно еще хуже мне делает просто. О! Что за звуки такие? Я понимаю. О! Какие звуки такие были? Чё за ниндзя, блядь? Можно сюда? Не? Так, лестница. Нужна лестница? А, точно, я же забыл, у меня моя первоначальная цель — это маяк. И странно, как это я догадался, то, что мои вещи находятся на той скале, похожую на скалу дьявола в Call of Cthulhu, Зов Ктулху. Там обычно призывают мать Гидру отца Дагона. Может, это не Ярл Хатеп, уже сам Ктулху? Вот смотрите, щетку же я могу, вернее, не могу взять с собой, а вот почему-то лопату взял. И главное, все чисто, блядь. Чё за... Чё за рычание, блядь? Чё за рычание, не понял. Можно нажать и смотреть в другую сторону. Оно все равно будет подниматься. Классно? А следы на маяке остались на линзах. Представляете, сколько там насекомых было? Они просто продавили все нахуй. Это пиздец. Маяк снова не двигается, блядь. Какая-то хрень, конечно, происходит. Жуткая. Давай, поднимайся. Ничего такого жуткого здесь нет. Вот, рычание какое-то. О. Звуки, блядь. Чух-чух-чух. Это пиздится, махается. Рычание, рычание.
Рычание, точно. Закрыто. Так, это мой любимый этот бочонок с маслом. Все, звуки как будто прекратились. Не. Опять придется маяк крутить, блять. Сука, прекращай. Несколько раз за раз маяк активирую. Что за хрень? Вроде все нормально. Ничего такого не чувствуется. А что же за странное чувство, что меня сейчас кто-то трахнет? Какой-то скрипт. Мне кажется, какой-то скрипт работает, ебанутый. Мне кажется, мне с маяка слазить нельзя. Мне кажется, мне нельзя слазить с маяка и предварительно на него залазить. О! У меня потухло все. У меня все потухло, блядь. Так, масло, масло, блядь. Ладно, в пизду. Не залезли в первый раз полноценно, залезем сейчас. Хорошо, давай, сука. Я сейчас тебя своим маслом выебу. О, спасибо, спасибо, чувак. Ну все, я пошел. А вот эту зажечь можно как-то? Не? Ну ладно. Не, ну у меня есть лопата, если что-то. Смотри, я просто это... Такой общительный, такой добрый, он осмотрительный такой, обходительный. Он просто взял, катил бочки, спасибо большое. Он более безопасное место их просто утащил, чтобы я как бы, ну, спокойно занялся своей работой. Охерительно. И пока он это все мне делал, прошел дождь. Охерительный друг, сосед. Просто всем советую. Замечательный человек. Стоило отпустить, блядь, и оно... Начинает обратно крутиться, господи. Зажгись. Ай, ай. Можешь ставить куда хочешь, главное не отпускать кнопку. Типа я не стал оттуда выходить до самого утра. Mm-hmm. Круто. А, нет, я проснулся дома. Ух ты. Кто-то ходит по дому. Даже крестика не боится. Кто-то проломил мне там. Кстати, я вот... Кроме одного ключа, больше никаких ключей не находил. Надо, мне кажется, походить и поискать ключи. Ого. Как же это неприятно. А что такое? Уебать, что ли? А зачем мне суп? Зачем я с собой суп взял? Господи, зачем ты взял суп?
А, накормить его, наверное, да, надо было. Все? Больше ничего не могу взять. Да возьми ты, блядь. Хоть раз в жизни решил прибраться самостоятельно, и тут предметы не берутся. Тут отговорки не помогут, блядь. Потом мама мне хрен поверит, что это я отказался. Так, ладно. Вот, вот так вот. Так, ведро поднимаем. А это что не хочешь подниматься? Поднимайся. Мясо мое утащил, сука. Лампа вообще пропала просто. А сральник-то остался хоть? Я вот ничего не вижу. Чё, мне должно страшно быть? Надо, короче, здесь вообще просто побродить и все посмотреть. Где, чё, кого? Вот эта херня меня смущала. Это, оказывается, гора была. Лампа моя. И рабочая. Хе-хе-хе. Зато у меня еще и супчик. Чувачок. Ты вот это все, конечно, заговнил. Зато у меня есть супчик. Хочешь супчик? Не похеру, я... Бля, точно. А я даже не смогу, наверное, наполнить, да ничем... Как бы это ни звучало пошло. Эй, птица. Ты самая борзая птица, смотри. Иди отсюда. Все улетели, блядь. Кыш, кыш. Get out of here, my face. Get out, my face. Ой, я вообще английский язык не знаю. Fuck you. Иди отсюда. Может, ты супчика хочешь? Говно тупое. Видимо, эта птица просто застряла там. Знаете этот мем, да, про сову, которая видела некоторое дерьмо в Гарри Поттере, первая часть там, да, на первой поездке? Ну так вот, та птица вообще, походу, не только видела некоторое дерьмо, но и пробовала некоторое дерьмо. Точно. Так-с. Ага. Одинокий камушек. Я бы... Давайте я назову в честь меня. Богдан. Камень Богдан пускай будет. А хули нет? Мы тут одни на острове. Мы давно должны уже ебануться на всю голову. Так давай ебанемся так, чтобы просто уже край уже не видать. Края не видать. Он обиделся, что я не сказал ему по-человечески спасибо за те баллоны с маслом. Зато он мне наполнил вот эту вот лампу мою. Спасибо, что наполнил мою лампу. Господи, как же это звучит по-гейски. Ужас. Это что, он там бежал ко мне и резко мизинцем ударился о камень? Я даже не сочувствую. Пошел он нахуй. Так. Окей. Древесина.
Так. Чё, копать? Копай! Я буду как тот из этого из Comedy Club. Копай! Я буду копай! В любой непонятной ситуации и случае копай. Чё, блядь? Хуей. Охуительно, блядь. Слушайте, если в такой ситуации вода будет здесь стоять, остров может размыть к хуям собачьим. Такой-то старый остров. Да и вдобавок ко всему прочему, если он дойдет дальше, не выживет мой дом. А не выживя мой дом, а вода пойдет выше, она может размыть нахуй этот маяк, блядь. Объясните мне, мне, блядь, там что делать? Представляю, вот это будет прикол. Это, мне кажется, просто какой-то корабль. Да ну вас нахер. Я не хочу туда. Честно, я туда не хочу. Там все размыто, блядь. Все смыто, все размыто, все ебать, вообще копать. Как так жить? Ага. Ну и все. Все как было. Только я остался без мяска. Вы не объясните мне суп нахера. Вот нахера мне тарелка супа. Кого кормить, блядь, я тут собрался? Я знаю, кого кормить здесь надо. Мачеху этого монстра, блядь. Я бы ее накормил. Надеюсь, он это не услышал. А то еще подумают, что я его папа. И плати потом алименты. Ужас. У меня две дочери есть. Но сына внебрачного я точно не потяну. Тарелка супа, блядь. То есть кастрюля супа делает свое дело. Окей. Так. Молоток. Так, молоточек, молоточек. Так, блять, этот микрофон мне мешается, конечно. Так, еще. О, прикол, там расступилась вода. Значит, можно спокойно туда пробраться. Пробираемся туда. Так, подождите. Да ёб твою мать, хули ты туда, блядь, забрался опять? Иди... Молодец. Так, идем-ка. Так, мне даже на стул. Надо повыше на стуле подняться. Я как карлик сижу, как будто я джирахов. Сравнение так себе, но я не хочу. Да. Даже снизу все размыло.
А я там не успел еще побродить. Там наверняка еще были ключи. Я бегу, словно заботливый отец, кормить своего сына. Потому что он пошел один на маяк и даже не поел. Господи, какие страсти. Обожаю отцовство. Слушай, в реальности у меня две дочери, а вот в игре у меня вообще никого нет. Я не прочь, что у меня будет сын. Сынок, я это... Смотри, пришел, короче, ставить тебя работать. Не хочешь работать, я тебя закопаю. Но если ты будешь все хорошо, я тебя покормлю. Опять свой поганый рэп слушаешь? Говно. Так. Не понял ни хрена. Так, ничего. О, скрипт заработал. Одна птица ебанутая осталась только и все. Ой, сока напился, ну и ладно. Что делать-то? Ну, значит, домой чё. А, наверное, я просто ночью проснулся. Надо было не просыпаться. Вернее, проснуться, прибрать и все. И спать, да? А, это книга об устройстве механизма. Понятно. Думаю, как веселая книга. А дальше что? А что дальше? Наверняка надо что-то еще наверху сделать. А что наверху сделать-то? Прыгнуть нахуй туда и все. Что мне надо сделать? Ну я же забил все гвоздики, да? Или нет? Еще надо что-то забить. Ну все. А, наверное... Молоток и этот гвозди опять отнести туда. Все понятно. Может быть, я внезапно стану Тором. Как уебу его, сука. Уебу его просто. Точно, я не буду молоток отдавать, я просто уебу его, сука. А если не надо будет его уебать, я все равно молоток отдастану, как уебу ему, сука, сразу и все. Че делать-то теперь? Че это? Ну все, все, я это на место поставил. Вообще странно. Хм. Под каждый камушек надо заглянуть, да? Может, все-таки на этот раз я смогу откопать птицу? Ну, типа, как предзнаменование какое-то, да, злое. Все, откопал птицу, все, в горе в семье, блядь. Я даун. Птица откапывает, блядь, в 30 лет. Копает птиц. Копай в 30 лет. Копай 30 лет, пошленький.
Я тоже немножко меня привстал вот этой мысли. Может, посрать в конце концов? Или что, мне эта хрень запрещает срать? Я не пойму.